сезон 2011. Весенний-летний сезон открываем вместе с Автоградом. Мы его открыли чуть-чуть раньше и в Турции. Ну, тоже с машины от Автограда, Fiat Doblo. В арендокар брал. Очень понравилось. Приехал, подстригся. Ну, вы понимаете, где я стригусь, да? И Автоград уже на Правда 59 меня позвал. Попробовать, скажем так, в руле новый автомобиль. Jack Rain. Что за автомобилька? Автомобиль, кстати, с китайскими корнями. Это естественно. У нас вообще тенденция такая. Машины и девайсы с китайскими корнями презентовать в качестве новых. Потому что, ну, немножко, скажем так, были претензии к Тагазу, что автомобили предыдущего поколения производят. Естественно, посмотрев, как Владимиру Владимировичу Путину представили российский смартфон, это называется китайский ZTE, Тагаз решил, ну, тоже ничего не придумывать. Вот. Jack Rain. Автомобилька такая, интересная. Автомобилька на базе Hyundai Santa Fe. Ну, естественно. В Китае вообще принято брать только лучшие. Типа Су-35. Типа Варяга нашего. Авианосец на Черноморском флоте. В свое время Украина его в наследство от СССР получила и Китаю продала. Вот. На китайских ракетах, аналогах нашего Союза, триконавты в космос летают. Ничего, такая страна, да? С населением по 2 миллиарда. Вот. У меня знакомая тут приехала с Китая. Мало того, что китайцы не хотят английский изучать, они вообще не понимают, зачем он им нужен, когда у них все полностью в производстве. Ну, мы, наверное, все-таки будем оттуда машины брать и смотреть на них. Тем более, что из Турции я привез еще и такие знания. Есть такое местечко Аланиум, магазинчик. Так вот, там уже давно электрики, бициклеты продаются. Made in China, естественно. Автоград, правда, 59. Jack Rain. Автомобиль той самой ценовой категории, ради которой не стоит надрывать попу. Просто пошел и купил. 699 тысяч рублей, ну, 700. Вот. При этом, естественно, машина будет дешеветь с возрастом, но не так сильно, как это будут делать паркетники. Ну, с такими, с шильдиками. Что для автомобиля необходимо и вообще? Тут мне как-то говорили, что одни у тебя все хорошие. Я говорю, ну, во-первых, все машины абсолютно одинаковые. 6 колес, то есть 4 основных, баранка и еще запаска. В остальном, ну, меня лично удивить сложно чем. Сегодня, наверное, другое требуется. Не удивлять, а действовать с позиции прагматизма. Если брать в кредит сверхдорогой автомобиль, вы такую же сумму и переплачиваете. Эта машина выполнит все ваши пожелания. Нормальный, грамотный, старый, добрый, четырехцилиндровый, 16-клапанный двигатель, который выдает необлагаемые налогом 139 лошадиных сил. Конечно, выдает он больше, но Китай любит нас. Ну и не подставлять перед налоговой, поэтому такая мощность небольшая. Я вот пятую включил и еду нормально. Вот. 16-дюймовые диски. Нормальный продуманный салон. Две подушки безопасности. Климат-контроль. Магнитола уже с MP3 проигрывателем. Места вполне хватает. А, вот. В потолке открылся люк. В смысле, глюк. В смысле, люк, не пугайтесь, это глюк. Вот, настоящий люк, можно и на охоту съездить, тем более, ну, знаешь, какие запчасти на Санта-Фе, где их купить. Вот, да, с люка можно не только охотиться. Там еще рейлинги стоят. Сиденья достаточно удобные, комфортные. Подвеска мягкая. Что еще надо от автомобиля? Не, ну, конечно, можете заплатить там и подороже, а смысл? В итоге-то продадите его примерно в той же ценовой категории. Что касаемо того, как с Автоградом экономить, ну, естественно, кредитные линии – это пожалуйста. Тем более, чем дешевле автомобиль, тем дешевле каска. Ну, понятно, да? Хотя каска покрывает все ваши проблемы. Что произвело впечатление? Ну, это задние светодиодные фары. Что очень понравилось, так это, ну, как
перелизывают новое лицо в Китае. Вот. Что еще больше понравилось, что в Таганроге все это делается недалече. И по запчастям, соответственно, не попадете. Да, вот, кстати, запаска под брюхом. То есть при большом желании я бы вам рекомендовал все-таки поставить газовое оборудование, и тогда машина купится, ну, примерно за год. С учетом нынешней цены за бензин. $1. Ну, в смысле, не бензин, а за то непонятно что, что мы заливаем. Естественно, 3 года гарантии. Что еще надо? Где купить? Правда, 59. Там, кстати, много сейчас машинок таких появилось, которые очень-очень популярны в Европе, Турции, ну, в таких странах нормальных, где средний доход на душу населения, ну, чуть-чуть выше нашего. А там люди все равно деньги умеют считать. Умеете ли вы считать? Ну, наверное, да, потому что грамотные люди выбирают именно автоград. Хороший сервис, запчасти, ну и, извините, без вот этого помповатого, знаете, брендового, на это нельзя говорить, но вы меня поняли.